Все, ты ничего не говоришь. Расскажи, чем мы занимались. Рассказывай. Как тебе жизнь на Пхукете? Расскажи, как тебе жизнь на Пхукете? Я еще не живу, я только приехал. Так я беру у тебя интервью. Ну так в конце возьму. Потом. Ладно. Когда я хотя бы разочек нахожусь, окунусь. Я хочу реально как это, джига. Пляж довольно чистый, просторный. Не все чистые пляжи. Не все. Потом вот не очень чистый. Чистый? Нет. Много мусора. Там не для мусора, да, ты? Спасибо, бро. Спасибо. Людям нравится срать. Да, проблемы нравятся. Да, там все вообще очень вкусно. На, попробуй. Ну, пожалуйста. Да не, не хочу. Не хочу я. Это вкуснее или как вкуснее? Я не знаю, они все найдут. Там еще есть пляж, этот Чумин. Можно будет туда тоже сходить. Самый более маленький. Слушай, вот он, там? Через гору? А? Через гору? Да, через гору. А как мы сходим? Спокойно, там по карте посмотрим. Ты сколько? Я не знаю. Ты можешь посмотреть? Или в платье? Да. Здесь сидеть. Кафешки. Ну, рынок-то должен быть. Ну, вот. Пойди. Да, банан. Угу, спасибо. Это контент, это. Да-да. Смотри, какой год здесь небольшой. Даже золотым. Я говорю, в ухо попала вода. Вообще не хочет. И зато нас здесь сегодня никто не кусал. Хоть что-то радует. Шейк. А я хочу просто кататься. Не, ну все это не круто. Это 10 тысяч. Это вкусно. Вкусно, я понял. Я хочу, чтобы они просто покосили. Можно такое, чтобы покосить замечательно? Не могу покосить сделать. Что будет? Стало странно, когда я начала снимать алкоголь, там вот это. А, ну может он, ну и доебал. Так а что, нельзя снимать? Ну, не знаю, но именно с алкоголем, типа, мало. Ты вообще на малую похож. Ясно. Запечь. Очень любили брать кофе холодное, всякие шейки.